Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 323, события дня, Филиппийцам 1:22. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Это нужно каждый день повторять. Доставляет ли моя жизнь плод моему делу? Да мое дело сказать, какое мое дело? Вот с любым поговорите, какое мое дело? Ну какое дело? Даже мы придумали родить сына, построить дом, посадить дерево. Это смысл жизни. То есть порошинки даже нет о небесном. Ну, посадил дерево, его срубили, засохло, и что дальше? Ну, ни одно дерево, как Мичурин сад. Что от Мичуринского сада осталось? Ничего. Ну, сколько было у Седеки детей-то? Где? Всех закололи в один день. Дом построил. Да Иерусалим-то не дом. Варшава какая была? Все разнесли, а одни развалины остались. Смысл жизни для меня – жизнь Христос и смерть приобретения. То есть плоды несет смерть. Что делал доброе, вот где. И какая-то на каждом этапе какая-то цель, пройти этот участок. Вот апостол Павла было дойти вот до этого, быть в Риме, благовествовать, все время показывал, написать послание, отправить, чтобы его донесли, чтобы там прочитали послание к Колоссинам, а которое в Ладикии, чтобы у них прочитали, ясно, что там другое было написано. То есть все время цель была, цель. Не просто, вот мы хотели наловить рыбы. Христос помог, забросьте на правую сторону. На правую, надо знать, где бросать. Так странно смотреть. Лежу однажды в храме, венчание идет, то ли уже после венчания, непонятно. Женщина стоит справа от мужчины. Справа никогда не было, она слева должна стоять. Слева шашка у него, собак занимается. Все слева это дело. Правая сторона для Бога. Мужу глава Христос. Христос-то где? Вот. Какая перекладина на кресте рисует-то? Как она? В каком направлении? Где руки Христа? Правая рука, это разбойник покаялся. И так нижняя поперечина, косая которая, она и показывает. Если от Христа смотреть, правая рука, и как бы как весы взвешивает, Иоанн Златоуст говорит, он показывает, что он пошел в рай. Не знаю, что избрать. То есть оставаться на земле важнее. Другой боится, там я не докормил детей. Духовно-то это еще больше. Я родил тебя благовествованием, я и забочусь. Филимона родил, он был там раба моего, Анисима, это Павел все рождал. И забота была о рождении, чтобы не быть бесплодным. А сегодня, вот, и чем ты хорош? А вот у баптистов там детей бывает по 20 и больше, так это что? Это поставлено в достоинство, что это не воздержание. И они не думают об этом. И каждый раз жена страдает. Прекратились месячные, зачатие есть, и теперь все. А дальше-то дети куда идут-то, ты посмотрел бы. Детей в Царство Небесное не привел, ты и погиб. Посчитай, говорит, лучше умереть бездетным, чем иметь детей несчастливых. Я с тюрьмой все знаком, ну и тут сотрудничал 17 лет. Баптистские дети сидят, а дети пресвитера местного, Никонова Алексея Дмитриевича. А я им передачки даю, там что-то передать надо. Передача там духовная, литература. Священник один, два сына, оба палец за воровство, мед там воровали где-то. Ты дай ума ему, дитю-то, приведи его, накормить, напоить, это и крыса, и кошка кормит и поет. Ты приведи их к Царству Небесному. Вот это дело-то, плод. А какой же это плод, когда все здесь оканчивается? У Бога нет исследования, сколько лет ты прожил, сколько детей, но как ты заповеди Божии исполнял? Какие у тебя были чувствования? Родился ли ты свыше, отверстся ли сам себя? Потому что ничто плотское в Царствие Божие не войдет. Не будет. Ну и вот для ушедшего из православия ролик. И вот так вот контур нажать, контур, а потом курсор сюда навести. Вот я сейчас попробую навести. Будет или не будет, появится. Вот оно все. Сразу ролик появился. Видите как? Очень даже это интересно, как бы быстро делается. Ну ладно. Нам нужно вывести. Так, это. Не это. Тут у меня что? Ага. Вот так. Филиппийцам 1:29. Нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Прислали ролик. Где игиловцы, там человек 300 детей отняли и в тестомес какой-то забросили их,
Ну, из них месиво там сделали, и взрослых насильно принуждает. Прими другое имя, Мухаммуд там будешь ты, мусульманство. Но это уже демоны. Они свой Коран не исполняют. Насильно там не написано делать христиан, как в Греции-то. Иначе бы они давно в Греции не было веры-то. Ну, демоны вырвались на свободу, если они это делают. Но я не знаю. Я говорю, что если так поступают с детьми, то это просто нелюди, демоны в образе человеческом. И, конечно, им ад вечно уготован, тем, которые убивают детей, насильно заставляют отречься веры Христовой, кто бы они ни были. Ну, я не знаю, так ли это. Говорят, ту сторону-то не слышали, я говорю, если. То есть, не знаю. 1 Петра 4:3. Радуйтесь, да и в явление славы его возрадуйтесь и восторжествуйте. Вас убивают, да радуйтесь. Вот как? Как там уже радоваться? Да мы отомстим, да всех не перевешай, как Зоя Космодемьянская якобы кричала. Мне пишет она, Игнатий Тихонович, вы правильно делаете, что держитесь ваших правил, которые у вас есть. Я имею в виду, что вы постановили при каждом общении по скайпу записывать разговоры и выкладывать в интернет. Это говорит о вашей дисциплине. И мне это очень нравится. И еще очень хорошо, когда бывает, делается исключение из правил. Я имею в виду исключение не в разрез со Священным Писанием, упаси Бог, но когда делается исключение из своих собственных правил. А чего ради я должен делать исключение? Вот у нас написано, если вещи забыли, а уже забыли храм, то туда уже не заходить. Но я-то живу рядом. Приходит, и мы сделали совещание, на совещание приняли. Ждать следующее богослужение, придешь и возьмешь. Она забыла и забыла, помидоры там принесла кому-то, но они через неделю там пропадут. Я не могу нарушить, и надо выйти. Я говорю, не могу пока, давайте молиться. Ну что-то надо думать, ага. Вот теперь я вспомнил, сегодня придут мыть полы. И поэтому вы с ними зайдете. Мы ничего не нарушили. Чего ради должен нарушать? Чего-то бояться. Бояться своих записей. Сколько у меня раз такое было. Ничего не добавлено было. Чего? Я понимаю так, какая-то темная сторона или в глазах людей хотим хорошо выглядеть. Ну нельзя так жить-то. Ну надо жить свободно. И обдумывать свои слова, лишнего не сказать. 100 раз пожалеешь, говорит, скажешь. Дальше. Я понимаю, что вы бы хотели побеседовать со мною. И, может быть, меня вывести с пути сектанта на верный православный путь. И это было бы в назидание не только мне, но и тысячам людей, которые посмотрели бы этот ролик. Да, именно так. Но так как вы общались бы со мной без записи, то польза этот разговор принес только мне, а другим нет. Вы действительно правильно рассуждаете. Но если я все-таки не буду с записью говорить с вами, я в итоге не услышу ваших наставлений. А чтобы возвращать заблудших на истинный путь, достаточно только одного заблудшего, ради которого можно отправиться в путь. То есть сам себе человек это наворачивает, вот, ради меня одного. У меня были такие. Я ребенка бы в лагерь отдал, при условии, если не будет там записи. Как так? К нам едут, а он все время будет попадать там, ребенок-то. То есть, то ли перед кем-то на работе, там, бояться с института выгонять, что его ребенок был в нашем позорном лагере. Понимаете, это вообще никуда не годится. Вы не будете прятать его, вы будете передачки ему носить. Что у нас в лагере было одно, больше нигде этого нету. Ежедневный разбор 3 раза поведения. Я не хочу, чтобы у нас записи шли. То есть сидит в собрании у нас и не хочу. Эти люди все ушли. Почему я ради них должен лишать 1000 людей? Я получаю какие благодарности. У нас, говорит, интернет исчез, говорит, теперь. Мы только на ваших ресурсах сидим. Ну, я же сказал. Так, как некогда святой апостол Иоанн отправился в путь, в разбойничью шайку, ради одного только юноши, который отступил от истины и умолял его вернуться ко Христу. Ну так, одного юноши, ну все это известно через жития. Ролика тогда не было, было бы здорово посмотреть, как он догоняет, старец, как кричит, останавливает. Он все это писал. Кто житие писал-то? Выдумывал-то это или было в его жизни? Это Дмитрий Ростовский знал только. Во-первых, мы настаивать не можем, так ли это. Но, однако, вот это он сделал его для известного, как выставил ролик. И как раз это и говорит о том, что необходимо. Иоанн Златоуст упоминает в своем поучении об этом юноше. А о том юноше, который был сперва учеником Иоанна Зебедеева, потом долгое время начальником и разбойников. И опять уловлен святыми руками блаженного. Из убежища пещер разбойничьих возвратился к прежней добродетели. Тебе самому небезызвестно, и ты точно знаешь,
все не хуже нашего. Потому что я часто слыхал, как ты удивлялся великому снисхождению Иоанна, который сначала поцеловал окровавленную правую руку юноши, обнял его и таким способом привел его в прежнее состояние. Это ниоткуда не известно. Это благочестивый вымысел, можно назвать, Дмитрия Ростовского. От первого века ни одной записи не было. Вдруг в 18 веке начинают такие подробности, прямая речь идет. Это бесстрашие. Это поэтому басен этих под предание подогнали и людей увели от Христа. Нам недостаточно его биографии. Считаешь биографии ученик его Прохор и какая-то волшебница Романа пленила их. И они несколько лет не могли уйти, работали в рабах, в бане, воду таскали, дрова кололи. И Иоанна ведьма какая-то, ну несоразмеримая величина-то, нет? Как это так может быть? И больше ни о ком не писано. Я думаю, это писал человек, который хотел опозорить Иоанна, силу Христову. Поэтому верить в это событие, правую руку, юноши в крови, это все это басни. А то, как поступали апостолы, это заповеди для нас. И мы хотим им подражать и стремиться быть похожими на них. А также и Святая Библия говорит об этом через праведного Иова. От заповеди уст его не отступал, глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. То есть... А разве мои правила исключают Божьи заповеди? Почему их противопоставлять решили? Он как раз и говорит о заповедях, которые противоречили его правилам, и поэтому он их больше хранил. И ниоткуда не видно, что я заповеди Божьи пренебрегаю, а свои храню. Это не так. Прошу вас прощения, Игнатий Хихныч. Я очень вас люблю. Иова 23.12. Но я на это ответил. Словом, прощай. Я не могу... У меня времени нет даже, чтобы беседовать. Я знаю, ни одной беседы вредной не было. Не было. Зашли одни там, начали говорить, они сразу ушли. Против. А мне один человек и сказал, вы не поняли, кто приходил. Это два гомосексуалиста. Как геи называют. Садомиты два зашли. Они искушать начали. Роман Кучма. Нет сомнения, тысячи людей пришли, приходят и будут приходить благодаря интернету. Самое главное, эти люди не становятся захожанами, коих, по моему наблюдению, процентов 80, а то и 90. То есть эти люди ходят на воскресные службы, но веры у них совсем нет. Не знают ничего, а становятся именно верующими людьми. И почему я должен... Неизвестно, почему человек говорит, не хочу, чтобы оставляли. Ну почему хотя бы скажи? Не хочу, чтобы... То есть ты меня стыдишься? Да зачем ты мне нужен тогда? Пришел ко мне, со мной побеседовать, задать вопросы, и в то же время стыдишься, плюешься, или как, я не знаю, там. Зачем заходить-то? Найди тех, которые по две минуты вам будут отвечать. Как вы считаете, Игнатий Тихонович, были ли у Христа длинные волосы? Очень тяготит меня этот вопрос, особенно когда смотрю на икону. Спаси Христос. Я отвечаю, волосы Иисуса какие были? 1 Коринфянам. Не сама ли природа учит вас? Что если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Что, Христос бесчестие себе зарабатывал? Это Бог дал заповеди нам, а сам бы нарушал их. Да говорят, а он Назарей был. Считаем, числа 6.5. Во все дни обета Назарейства его, бритва не должна касаться головы его. До исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, свят он должен растить волосы на голове своей. То есть это было у евреев, и притом на определенное время, на год, на два... Написано «Все дни Назарейства». Почему вы решили, если даже Христос Назарей, какие дни-то? А в другие дни-то он тогда стриженный был? И острижет Назарей у входа скини собрания голову Назарейства своего и возьмет волосы головы Назарейства своего и положит на огонь, который под мирную жертвою. Назареи принимали там согрешения какие-то. У Христа ничего этого не было. Зачем ему было быть Назареем-то? Я пишу, Назарейство принималось на определенное время, не как у монахов. Потом стали делать это. А Иисус не был Назареем, а только по месту жительства называли Назареем, потому что он употреблял вино Матфея. И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется речено через пророков, что он Назареем наречется. Назареем будут звать. Как нас, вот мы приезжаем где-то, а это сибиряки. В Сибири живем. Вот они национально сибиряки. А так кто? Да это москвич. В Москве живет москвич. Числа 6.4. Во все дни Назарейства своего не должен есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи, тем более вино. Матфея 11.19. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, но пьет не воду, конечно.
И говорят, вот человек, который любит есть и пить вино. Друг матерями грешниками, оправданный премудрость чадами ее. То есть он пил вино. Пил. И взяв чашу, благодарив, сказал, примите ее и разделите между собой. Согласно этим местам из Святой Библии, у Иисуса волосы не были длинными. Не были. Ни слова нету, чтобы намек был. Почему его так рисуют? Ну, рисуют монахи. Иоанн Кронштадтский, смотрите, какие волосы у него. Посмотрите, длинные волосы. Посмотрите, Николай Чудотворец, Иоанн Златоуст, под бок постриженные. Это все пришло, длинноволосые, это, говорится, бабья натура. Это пришло намного-намного позже, уже, почему называется поп растрига, растрига. То есть, тогда длинные волосы остригали, видно было, что он мирянин. А растригой как можно было назвать времена Яна Златоуста-то? Танзура? Роман Кущин, благодарю вас, я так думал, не верил, что у него были длинные волосы. Спасибо вас, Господь Игнатий Тихонович. На это я ответил ему, только что выставил в моем мире 1603 новых наших фото. Наших. Это вот, я покажу свои ресурсы сейчас. На наши. Это мой мир, я очень люблю. Вот как я вот здесь. Другие страницы, где с голубем. Там здесь легко сообщается, пишите. Вот здесь ролики выставлены. Вот сегодня, что у нас тут было? Сейчас я посмотрю. Я все, что выставляю в моем мире, переношу сюда. Вот собрание. Так, утро раннее. Так, события дня. Это 3. Дальше. 4, 5, 6. То есть все было выставлено. Что я сегодня выставил в этом на Ютубе, оно уже все здесь находится. Ну а дальше, вот смотрите, выставил я 80 фотографий. Смотреть можно. 214, 231. 835, 243, ну считай, сколько и будет. Это наша фотография очень интересная. Ну не один я фотографировал тут Витя, Виктор Николаевич, Савченко, Галендухин Владимир, здесь есть Никита Колесников, и все на меня эта информация стекалась. И дальше у нас православный форум, очень хороший форум, богатейший. Легко искать все. Только новое сообщение. Вот здесь вот где написано. Вот новое сообщение. Нажать на это. И на первую страницу выйдете. А дальше вот здесь вот общий поиск. Нажми рамочка, вставь в нее слово. Ну и вот у нас это видеоканал. Сейчас я покажу, как что сегодня вот выставил я. И занятия. 10 человек. Виктор Загрединов 34. Другое собрание 29. Автозапись 27. Утро раннее. Гликерия заболела 51. Видите? То есть ну, люди смотрят, что 51 сколько? Один час назад. За час 50. Ну, это для нас считается нормально. Вот кто-то заходит. Что-то тут. Ой, вот какой. Ни имя нету. Кухаренко. Какой-то там автомат или что-то прокомментировал видео. Так, ну-ка. Все. Вот даже посмотри. Вот он. Видите, как вот он зашел. Зашел и что он узнает? 5800 или 900 роликов. Он ничего не знает, но уже командует. Да кто вы такие, диктовать людям, что одевать, а что нет? Как жить, а как нет? Ведь сам смысл бытия нашим самому выбрать-то, пусть по которому жить, а не превращаясь в зомби, где тебе диктуют правила, есть мораль, принципы, и их придерживайся, но живи полной жизнью, а не как растение. Вот как раз те, которые не придерживаются Евангелия, живут как растения. Засохли, ничего нет. Вот он зашел, и вот у него такая мысль. Зачем зашел? Он заблудился. Он зашел не туда. А зачем ему сюда заходить? Он ничего здесь не берет. Вот он сбросил. Неправильно. Так ты зашел-то в чужой монастырь, со своим уставом не ходит. Так-то ничего тут и нету. Он совершенно тут не нужен. Он будет только пакостить. Такого одра, говорит, за хвост да в яму. Ну вот так. Ну и большой наш ресурс это во свете Библии. Вот здесь все есть. Все наши книги, открытые ответы на вопросы.
проповеди, ну и прочее. Тут кто-то начал говорить, а вот Чарльз Спержен, 60 лет не дожил, он курил. Это баптистский проповедник, очень известный. И он там написал 90 книг, какие брошюрки. Какие 90 книг? Иоанн Златоуст только 12 книг сохранилось, и называется «Самый плодовитый отец». Проповеди его. А у того проповеди там пересчитывает прочее, там тысячи. Ну, зачем обманывать-то? Как написали про Амвросия, когда он умер, то 6 епископов его дело не могли делать. И тогда уже к этому добавлять начали. Он написал там 300 книг или 500. Да. Ты речь не знаешь, о чем идешь. Одну книгу напиши, одну. И ты будешь знать, что это такое. Какая это книга? Вот я говорю, у меня вышла книга. Я смотрю, 27 страниц. Вот я могу назвать у меня книги. 752 страницы каждая книга. 752. 38 книг. Это я 9 лет безвылазно сидел. Так я сколько брал сегодняшнего-то? Больше информации, чем тогда было. Ну вот просто не знают. Совершенно не ориентируются на это. А так как маленькие ребятишки. Да мой брат придет, он... А мой брат еще больше, одним пальцем, мизинцем трактор поднимает. И вот это такое же самое. Самый плодовитый был Иоанн Златоуст. У Василия Великого там где-то. Три. Слава Иисусу Христу! Вот. Проверяет старшая сестра, живой я или нет, и прочее. Вот Ефрем Силин там, сколько-то у него, 4, там у этого 6 томов. Самое большое Иоанна Златоуста, 12 томов. Да и то собирали где-то. А тут называют такие цифры, там 100 или 90, да еще что-то. Тысячи. Не, просто не знают. Цифры лепят какие. Вы их книги видели, их вы и держали. Были в библиотеке они. Нет, конечно. У Яна Кронштадтского сколько? 3. Игнатий Брянчанинов сколько писал? 4-6 небольших книжечек. Небольшие там совсем. До малого размера еще формата. Книга это очень и очень непросто. Помню, когда вышла у меня очередная книга в университете, подошла Любовь Николаевна и поздравляет, как я рада, что вы при жизни видите свой труд. А многие говорят, книга была сверстана, но он ее не увидел. Книга одна. Сколько воспоминаний Жукова? Одна книга. Одна. Это он там. И то, сколько обвиняет, там неправильно, тут неправильно, тут не точно, там Конев его обвиняет. И, ну и любое. Вот. Пушкин писал, Пушкин уж писатель, явно дело, и сколько у него книг? Ну, а сколько Достоевский сколько писал? Ну, сами посмотрите, Лескова, самое в русском языке, как на русском языке, сколько, которые были писатели? Ну, самое из них такое взять, это со Львом Толстым, кажется, никого не сравнить. Что, сколько? Так он больше ничего не делал, он перед народом не выступал, он писал и писал. Это сейчас можно на магнитофон записать, а там секретари пускай печатают, а потом издать книгу. Так можно. А тогда нужно было писать, говорить, кто-то, чтобы записал это дело. Ну, то есть я во всем в этом вижу натяжка и неискренность. Ну, и как бы неправда. Вот. Вчера было у нас воскресенье за воскресеньем. Ну, богослужение, занятия. Вот ребята пошли там где-то на благовестие. После этого, после занятий. Ну, воскресный день у нас всегда одинаковый. Сейчас поста нету. Благодарение Богу. Погода хорошая. Все детишки играют. Событий практически, как сказать, как бы никаких и нету. И в то же время это событие. Пришли новые души. Вчера где-то 3 или 4 скайп-беседы было. Это событие. Я их потом выставлю. Были люди, которые искали крещение, мы говорили им, я всегда говорю, ищите на месте где-то. Они искали, искали, не нашли. И нашли у старообрядцев, и там приняли крещение, все. Вот, то есть, старообрядцы, они ни разу, никогда, ни одного человека, ни одного не мочили мокрой ладошкой. Ни одного нигде. А их разных толков, без поповства, только больше 50. Я даже не знаю, какой счет им. И все одинаково крестят. Спросите баптисты мокрой ладошкой, сколько крестили за 300 лет во всем мире? Ни одного. А адвентисты? А адвентисты за 250 лет сколько? Ни одного. Харизматы? Ни одного. Только православные католики, все, которые исторические церкви, вот эту беду они делают.
смотрел, как у армян крестят. Стоит человек, сам руки опускает в чашу, поднял ладошки мокрые и все. Что это? Кощунство. Богохульство. Это проклятие на них. Говорит, проклят, то дело Господне делает небрежно. Ну, крещение это дело Господне или нет? Это не рыбу ловить с правой стороны лодки. Ну и так. 48:10 Иеремия. Прочитай. Проклят. И Бог их убивает. И написано, проклят, кто будет за них заступаться. За этих проходил. Да нет, они вот это условие, советская власть. Что врать-то? При советской власти никто, кого я назвал впереди, не старобрядцы, никто. Они крестили все. Никто, ни одного. То есть у них это даже немыслимое дело. Совершенно немыслимое. Так, я тут маленько уберу, котенок не долезет. Ну вот на сегодня события дня рассмотрели. Все. Посмотри, лезет, куда я открыл ему. Я ему туда косточки подкладываю. Рыбе полез. Все на этом.